Предлагаем вашему вниманию диван немецкой фабрики Кайнор. Фабрика находится в Баварии, фабрике очень много лет. И каждую свою модель дивана они разрабатывают и тестируют в течение 6 месяцев перед тем, как запустить производство. Один из таких шедевров представлен у нас. Это модель Edit 3. И быстренько я вам покажу ее особенности. Значит, на деревянной платформе расположено 2 функциональных кресла. Опаля! Сбоку от этих кресел расположены вот такие вот сенсорные кнопки, которые поднимают и опускают спинку и опускают и поднимают реклайнер. С этой стороны расположены боковые кнопки для того, чтобы либо раздвинуть, либо соединить между собой 2 соседних кресла. Также каждое кресло крутится. То есть для удобства можно повернуться лицом друг к другу.